Артему Ковтиху знакомы и победы, и поражения. В спорте он шести, а это половина жизни. Успел попробовать себя во многом. Когда-то даже увлекался плаванием, но в итоге отдал предпочтение самбо. Признается, привлекла красота боев. В его копилке 22 медали, из которых 11 золотых. А сегодня первый бой и первая победа на очередном состязании. Все прошло очень хорошо. И в дальнейшем меня ждут только победы. Первенство БФСО «Динамо» по самбо впервые проводится в нашем городе. Среди участников свыше 150 юных спортсменов. Они представляют 14 команд со всей Беларуси. Больше половины – бобруйчане. Очень много победителей призеров мира и Европы. Поэтому решили первый в истории турнир БФСО «Динамо» провести в Бобруйске. И, скорее всего, он станет традиционным, ежегодным. Пусть участники еще и дети, но борьба здесь не шуточная. Каждый сражается за право быть победителем. Накал эмоций чувствуется как от спортсменов, так и от их главной поддержки – тренеров. Самбисты прошли через долгие и упорные физические нагрузки. А в будущем кого-то из них ждут Олимпийские игры. Мы сейчас делаем очень большой упор на олимпийские виды спорта, поддержку наших школ. У нас в «Динамо» их 11 штук, 24 вида спорта развиваем. Поэтому мы всегда приветствуем новые инициативы. И самое главное – что мы здесь видим, что мы делаем праздник для детей. Кого-то ждет победа, кого-то поражение. Но каждый бой – это шаг вперед к мечте и большому спорту. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск 360.